Здравствуйте. Ну что ж, сегодня расскажу о той же программе Trezor Tools. Вот. Но она как бы та же программа, но она обновилась и совсем другая стала. Тут много добавлений, естественно. Здесь на настройке сразу покажу, где русский язык. Вот основное фото, вот там все делайте. Привязку, там все остальное, не надо привязку делать, выбирайте привязки. Вот здесь вот русский язык, если у вас он стоит на английском, вот так вот, например, ну, почему-то не получается, как я не пытался его сделать, как я его устанавливал на русском, сразу установился. Ну ладно, не об этом разговор. Вот. А сейчас у меня стоит четвертый iPhone. Вот, он у меня уже прошит, я уже 50 раз сегодня за ночь все функции проверил. Ну, в принципе, все, что можно сделать, я все проверил. Мне понравилось. Вообще, она шикарная машина получается. Инструменты. Что в новой здесь? В новой здесь вот эти вот добавленные только, ну, деактивация и ППС какая-то. Вот в основном добавленная. Виртуал это... активировать это, ну, это понятно, смотреть виртуалку, то есть остальное, а это то же самое, там расшифровать, ну, там что, я не знаю, ну что вы зашифровывали свои данные военные, ну и все остальное, это активация, то же самое идет, это перенос данных. Посмотрите, что у вас там работает, что нет, не работает, что есть его, что нету. Ну, короче, так как у меня ничего не работает, сейчас у меня можно текстом посмотреть, сохранить и отправить куда-нибудь на базу, кто понимает в этом. Я сильно не понимаю, я только могу только прошить. Так, в устройстве. Что здесь можно в устройстве сделать? Здесь все блэйджекнуть можно. Блэйджек это тот, та штука, которая... как вам объяснить, ну, короче, мне не надо ваши ключи, ваше подтверждение, что вы там в облаке зашли, там не было глубоко насрать, я его просто сделаю, просто он будет вот так вот работает на блэджеке, как вот здесь вот нарисован на Wi-Fi. Сейчас Wi-Fi у нас везде работает, вплоть до глубокой деревеньки. Я буду работать с вами, у вас будет 100 тысяч стоит, я 100 тысяч буду газовать и горе не знать, и только звонить могу, звать только через Wi-Fi, Wi-Fi, еще раз говорю, много. Здесь много очень, дальше можно, есть очень много приложений, которые можно достать. Многие пишут, чтобы как достать... с телефона, с любого айфона. Вот я как-то помню, в мастерах там написано, достаньте мне аудио-видео записи, достать их можно только так вот, только через эту программу, вот только через это вот, что есть там какие-то безусловные деньги. Но я ему писал что-то на это, подвох, наверное, или я так и не понял, что-то ректоны можете сделать, импортировать музыку, обрезать, создавать ректоны, это и все остальное. Видео здесь будет смотреть, просто смотреть видео, какие у вас есть, книги вот почитать можно. Вот это диск, который вы загружаете данные, чтобы загрузить на, например, не на диск, чтобы загрузить, там раз загрузили что-то, какую-то информацию, и газуете данные. У меня сейчас не активирован, так что это данные вот здесь он нигде не открывается, так вот папки можете то же самое здесь же также и открывать, и также все информацию DSM, вот, например, всю информацию вашу доставать. Что еще здесь можно сделать в вашем айфоне? Да все, практически все, что здесь можно. Приложение здесь не надо скачивать, там и нигде инсталл, как видите, они все бесплатные, здесь все бесплатные. Ректоны также можете сами создавать. Также можно их и закачивать, также можно и скачивать. Это обои. Обои можете смотреть по каким вашим меркам. Мерки у вас какие? Вот у меня четверка iPhone. Вот, 4S. Вот он. Я могу отсюда вот все скачать. Какие мне нужны, какие мне не нужны. Да, кстати, для джифов что-то интересное можно сделать такое красивое.
Можно посмотреть, потом джифы поделать. Ну, сами... Так, что там у нас есть? Ну, в принципе, все, что вам пригодится, все, что вам понравится. Так что здесь великолепно все, можно все делать. Захотели вот это фото, ну, скачали его, активировать актива, ну, сразу пока миссия у меня не идет, он еще в телефоне, телефон у меня еще пока не активированный, так что я пока миссию не буду делать. Но, видите, не дает все пока. Значит, он в айфоне у меня. Сейчас глянем. Фото. Ну, нету пока. Я вообще пока ничего не сделал. Так, обучение. Ну, здесь, в принципе, все по-английски. Писано, переписано. Это можно на такой нажать, и вы прям заходите на сайт. Тяжко у меня что-то сегодня идет, не знаю. Ну вот, он, можете переводить, перевод, и все здесь написано, что читать, можете все объяснять. Здесь все по-русски. Также можете скачать самую новую 3Tools. Также здесь вот есть обновление новое. Так как у меня новое обновление, это все хорошо. Прошивки. Что в прошивку есть нового? Много интересного здесь появилось. Много даже. Вот я скачал прошивку, вот это быстрая загрузка. Вот это без прошивки. Это тоже без прошивки. Это полностью прошивает ваш телефон. Полный прошивает ваш телефон. Он чистоган вообще идет. Вот появилась Тюнос. Тюноса здесь и не было. Это для восьмерки идет. Для восьмерки то же самое идет. Для моего не идет ни хрена. Прошивки, которые скачивать в принципе не надо. J-Black, как я объяснял, вот моя J-Black, я могу его только сейчас сделать и без ключей гонять. То же самое объясняет. Ну, здесь вот у меня не работает DFU, так я пробовал, но кнопка не работает. Здесь модем можете понизить, повысить. Это для Blackjack идет. Это узнать, как узнать пароль. Можете выйти из режима восстановления. DFU, может, у вас появится, но у меня не работает. Сразу видите, инструменты, вот они, сразу Blackjack стоят, которые вы можете активировать. Так что проблем нет в наше время, чтобы спиздохать телефон. И, например, вот у меня прошивки на 4, на iPhone 4. Больше не пытайтесь сделать, хоть на 10, хоть на 20, у вас просто не подтянет он. А не подтянет почему? Сейчас просто покажу, как это делается. Вот расширенная Tunes прошивка. Сейчас множественная прошивка. Так, вот она прошивка, импорт прошивки. Ну вот он, у меня чуть-чуть. Сейчас подождите, сделаю как. Так, что-то не помню, как я вчера делал, блин. Так, Джек. Да, я вчера что-то пытался делать, у меня, ну, не судьба. Не судьба была почему-то у меня. Это меня не хотел работать почему-то. На меня и кричал, и пищал, аж визжал, блин. Этот.
Чуть-чуть обновляем. Короче, у меня ничего не получилось вчера. Я как не пытался, так, по-моему, не такие вот влазили. Смысла нету было, что-то я пытался, что-то не помню, что-то даже ночью сегодня, всю ночь просидел. Вот только вот такая наша прошивка, ну выше нету. Увы, ничего не получится, хоть вы убейтесь. То же самое можно, вот кто-то на 6 говорит, с пятерки на 6. Но вы посмотрите, сперва вот с пятерка, вот пятерка, еще можно прошить на пятерку, вот видите как вот. Вот здесь что-то, может, блэкджек нельзя делать, флешку можно делать, это можно сделать. Вот здесь вот блэкджек везде можно делать, это последняя версия, то же самое у вас. Вот, на 10.6 вот то же самое у вас, 9, самая первая 7.1.2, вот она идет, как вот, что на четверке идет. Ну, вот так вот можете здесь то же самое прошивать все. А та же... Ну, я не знаю, там 11 Pro идет. Вот смотрите, уже быт, уже такие прошивки матерые идет. Блэкджеки уже ни одного нельзя, флешки можно только здесь. Где флешка, это то, что я объяснял, что это... Это флешка, это вот она. Флеш-диск. Вот он, диск у вас будет. Можно его просто зарезервировать. Что еще? iPhone, iPad, iPod, можно также Davis версии, ну и любые, это все, что можно прошить. Прошивки довольно неплохие. Они все, ну, в принципе, не ворованные, но ну, кем-то они же придуманы. Так, если взяться. Так, в принципе, вот четверка у меня. Все, так вот я беру. Можно даже и не скачивать, если вот желания нет. Вот флешка, вот Alt. Так вот они каждый, видите, идут по-разному. Вот. Прошивки идут все по-разному, так что ничего сложного здесь нету. Ну давайте я вам покажу еще последний раз, как перепрошиться. И все, по-моему, я уже телефон зашил уже сегодня раз 30 пытался. Но это на быструю, это на медленную идет. Так, что у нас получится? Получится у нас вот так вот. Еще раз говорю, не пытайтесь прошить его, который не подходящая прошивка, потому что вы сделаете просто кирпичом. Это... Увы. Также вот тоже антирековер, это все остальное. Не пытайтесь. Он блэкджек можете смело себе сделать. Он тоже готов. Можете подключить блэкджек, делать все. Даже будете работать все остальное. Не пытайтесь делать. То, что можно переделать, то можно переделать. Так, можно расширить расширенной прошивкой. Так как я сейчас вот пытался сделать, вот пытаюсь. Открываем. Ну и пытаемся что-то прошивать. Я пока отключусь. Как вы видите, у меня ничего не получилось. Ладно, делаем туда устройство. Вот покажем еще раз устройство, делаем в режим восстановления. Поставим. Сейчас глянем это все, как получится. Вот стоит все. Режим восстановления у меня стоит там все. Как устройство. Ну вот он. Все. Ноу-хау нет у меня его. Юмер. О, все стоит. Вот пробуем прошивку еще раз. Прошивку же эту. Делаем флеш.
И еще одну потом активирует Дэвис. Это нам не надо же, нам прошивка нужна. Так, ну давайте импорт прошивки еще раз ставим. Это 4S. И начинаем. Так, все, автотик, активация. Ну, все, поехали. Еще раз пробуем. Как видите, мне прервалось и пришлось повторять по новой это все делает. Ну, в смысле, по новой. И продолжение следует. Пока удачи. Ну что ж, она форматнулась. Видите, вот форматирование закончилось. Все. Сколько минут. Все окей. Так, что у нас? Теперь у нас осталось только нашу сделать прошивку. Это мы сделали антирековери. Ковери это то же самое, когда вы делаете две кнопки, прижимаете и заходите внутреннюю, потом резет делаете, то же самое как резет, но это круче резета. Ну что ж, поехали простую прошивку делать. Ну и удачи до конца, только не вырывайте диск. Ну что ж, как вы видите, прошивка заканчивается. Все уже. Так что, все. Какой эффект после этого? Видео свежее. Вот. Идет прошивка дальше. Ну вот, вы прошивка прошла успешно. Вот такая история должна быть у вас то же самое. Эффект какой? Что? Не надо прошивать ничего. Не надо делать лишних движений. Все, что написано, надо все делать по надписи. Например, как я и показывал, вот обучение. Вот нажимаете вот сюда, и вас переносят в... туда, когда вам надо в интернет. Читайте, естественно, пишите там все остальное, перевести. Вот здесь вот все написано, как делать, как привязку, например, делать в Apple. И в принципе вот так вот все делать. Все, что в приложениях есть, все делается. Сейчас подключится. Короче, здесь скачиваете, все делаете, и, ну, лучше просто, как вам сказать, ну, не надо лезть, куда вас х не сует. Еще раз повторяю, здесь все можете... Все можете делать здесь, смотреть и все остальное. Проверять, джекблэкнуть, активнуть его. Ну, есть одно но. Если вы делаете вот эту программу, что он заработал, что тюнисом, что этим, ну, конечно, тюнис тоже редкий раз надо будет делать, там, ну, там подтверждать надо, здесь без подтверждения прошивается, все делается, еще раз блэкджек делается, еще раз повторяю, можно любой телефон, хоть за 100, хоть за миллион, делать блэкджек, даже гонять просто-напросто. Но, если вы не знаете свой iCloud, не прошивайте, пожалуйста, никогда. И не прошивайте то, что написано в телефонах, вот на телефонах или где там на сайтах написано, что надо прошить ту и ту версию, на ту четверку, на 4S можно, на 8S, это все
пиздеж, честно говоря, ложь и провокация. Это просто-напросто простой беготня и все остальное. Ну, в принципе, удачи всем. Давайте, пока. Пишите.